Позвонил Игорь, ищет Володю. Подъехала, его нету. Вот ставят машину. Я говорю, ты посмотри там, вот выходить бы надо было. А раз телефон. Мартину Куперу благодарен, сам у него собачки он. Я говорю, ты зайди и позвони ему. Вот он подъехал, сейчас будет звонить. А Володя там, по кочегарке. Вот так. Нету, нигде не видать, куда он вытащил. А вон там его видать. Я нащупал где. Он стоит у самого конца. Вот ворота открываются, двери. Поземка, снег. Что-то... Вот как делается. Володит. Там дела свои. Дым идет, видно, что из трубы все затопил. Сегодня 28, кажется, градусов мороза. Это немного. Это не 58 градусов на Колыме. Что где-то стоит там. А вот он, Игорь. Пошел к своей машине, заковылял. Тоже не ходок, болеет. Знаешь, пошел, утиная походка. Что-то задерживается. Новый день начался 21 декабря 2018 года. Володя вышел. Запирает. Если бы я подошел, бы ключи отдал и ушел. А Игорь пятится со своей машиной назад. Видишь, какая поземка идет. О, Володя, бегом. Бегом, 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 бегом сюда. Вот он бежит. Что? Книги отправляешь в Тольятти, трехтомник. Чудный трехтомник. За 2000 лет такого не было. Полное толкование. С толкованием, даже с откровением. Вот она где, показать. Первое, второе, третье. Еще одни. Ой-ой-ой, голуби, тут еще холодненькие такие. Картинки, 240 иллюстраций цветных. Полное толкование. Пьяно. Вот где не откроешь, здесь очень удобно, что каждый стих отдельно выделен. Вот, допустим, к римлянам. Глава и стих. Дальше глава и стих. Вот где бы ни взял, глава и стих. Все. Вот оно. Чудо Божье. Ты никогда бы не издал, если бы не Господь. Вот оно где выделено. И комментарии 297 я даю вот ее другим шрифтом.
о том, что проповедовали во Благовестии. Откровение 10 глава. Это раньше. Откровение 3 глава. Переодевай. Вот оно. Да-да. Ага, сейчас, брат, подожди. Это авторы. Посчитайте. Ой, Володя пока тут собирается, я показываю. Чудо Божье. Закладочки белые, синие, красные. Вот оно показать как. По 752 страницы. Ровно по 752. Три тома. Новый Завет с толкованием. Вот он как. Это второе издание у нас вышло. Такого не было ни в Восточной, ни в Западной Церкви 2000 лет. Никогда. Полное толкование в одном комплекте. Володя пока одевается. Вот он. Скорее ехать на работу за ним. А я вот это покажу. Значит, я сумку не взял. Дайте, пожалуйста. Сумку. Сумку не взял. По книге. Какая сумка? Вот, по книге. А где она у тебя? Ну, вот у вас тут. Наверху? Наверху у тебя тут сумки своей нету. Нет, ваша сумка, ваша. Мою? Да. А, я тебе дам тогда другую. Сейчас под кровать полезу. Вот так. А твоя-то где-то? Ну, там. Ага. Давай я подержу. Да, я сам сейчас. Вот отправляем сегодня. Отправляют каждый определенный экземпляр. Бывают и другие. Бывает, все 38 выписывают. Но это намного реже. Так. Визиточки. Бери все давай, чтобы там лежали в твоей сумке. Ты в карман наложи побольше наши визитки. Чтобы все, людям понравилось. Давай молись. Господи, благослови нас на сей день прожить безгрешно по заповедям Твоим святым. Сохрани наследие Твое. И чтобы это сокровище книги достигли сердец людей, и через них изменилась жизнь для Тебя. Тебе, Боже, слава, хвала, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. И соделай труд наш, Господи, полезным и безопасным. Все, так вот это. Положи в карман, потом поешь, я новое сделал. Не. Возьми яблочки. Не. Ух ты, не взял. Вон он побежал, Володя. Вон он бежит. Игорь его ждет. Благослови, Господи, на труд. Три поклона. Сумка на плече. Сразу на главпочтам. Все, махнул рукой. С Богом. Ой-ой-ой. Вот так. Все. Да благословит Господь. Аллилуйя, аминь.